В общем-то, всем здравствуйте. Я просто это маленькое видео просто хотел вас сообщить. Возможно, кто-то из вас уже заметил то, что вчера ночью у меня изменился ник и изменилась аватар канала. Я просто хочу вам сказать, просто чтоб как-то просто я захотел спустя каких 3 или 4 года что-то в своем канале поменять. Но я решил поменять ник и аватарку. Вот просто такое маленькое видео для вас. Не волнуйтесь за этот день. Это будет не единственное видео. Я, конечно же, сегодня выложу еще одно видео. Ну что ж, я просто хотел вас сообщить вот об этих изменениях о канале. К чему они и из-за чего. Ну вот, в общем-то, теперь вы об этом знаете. Поэтому давайте. Всем пока.